Город все тем-то начинался отсюда, с этих двухэтажных домов. По воздуху и по морю и запахами. Ценилась она на вес золота, может быть, и дороже. Это была самая большая сложность, с которой столкнулись строители нового города. Жить у моря и без воды. И вот 13 февраля 1968 года вступила в строй уникальная по тем временам установка по опреснению Каспийской воды.